Герои советских мультфильмов появятся на улицах Сургута. В этом году тематику ледовых городков посвятили 85-летию творческой студии «Союз мультфильм». Уже в середине декабря знакомые и любимые с детства мультяшные персонажи предстанут в ледовом исполнении. Впервые сургутяне могут определить и проголосовать за место, где бы хотели видеть ледяные скульптуры, горки и новогоднее оформление. Голосование пройдет онлайн, после чего подрядчик приступит к праздничному оформлению города. Ежегодно в Сургуте устанавливает 7 ледовых городков на самых массовых площадках. На праздничное оформление города из муниципального бюджета в этом году выделили 8 миллионов рублей. Создавать ледяные скульптуры будут традиционно приглашенные мастера из города Перми. Прошел, состоялся, определился победитель, ждет подписания контракта. В этом году у нас год вообще необычный, в принципе, все вы знаете, получился. Ну и мы все-таки считаем необходимым ледовые городки разместить и считаем, что на свежем воздухе мы можем с вами там проводить время и радоваться все-таки праздничному настроению.